Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Лего, и мы поиграем в Меркелайт, наемный убийца. Сделано также на движке Unity в браузере, и не нужно ничего скачивать. Итак, нас приветствует окно «Добро пожаловать в Мерк» или «Мерцелайт», неважно кому как. Прежде чем участвовать в боях, рекомендуем пройти обучение. Нет, сразу в бой. Немного терпения. Загрузочка. До чего дошли технологии? Теперь мы можем в Google браузере сидеть и рубиться. То есть мы еще, скорее всего, можем нажать кнопку F12. Нет, да? Не получается. Итак, персональный. Всем привет. Настало время переговорить с вами лицом к лицу. Вы ведь как-никак отвечаете за этих наемников, новичок. Короче, отстаньте от меня со своими стрёмными советами. Я уже хочу идти в бой. Персональный наемник сюда. Ну давай. Давай, чё. Теперь можно начать бой. Тяжелая артиллерия. У нас есть штурмовик, джаггернаут. Одного зовут Себастьян Шрёдер, Шторм, Клык, Рейнджер Норман Коулман, гранатометчик Эдди Фостер, М1 Саранча. Неплохо, неплохо, что учесть того, что 11 игроков сидит в онлайне, как я так понял. Есть система, естественно, золото за реал. Почему-то мне вот музычка не очень подходит, не очень подходит. Плотные, конечно же, все у нас должно быть на высоте, вертикальные синхронизации, во весь экранчик. Вот у нас пошло дело, и мы принимаем бой. Ждем других игроков. И это моба войнушечка. А может быть и вправду будет? А, понятно. Бот. Танкер Дани Хун, Лего Уфа, бот. Вот это система подбор игр. Вот это просто то, что надо играть. То, что надо. Итак, мы загрузились. И танкер Дани Хун загрузился вроде как тоже. Но... Let's go, guys. Я нажал нечаянно Escape. А если я начал нечаянно Escape, нам надо выкрутить общую громкость немножко. Немножечко. Вот на 50 оставим. И выкрутим во весь экран. Все-таки мы играем в браузере. Так, что нужно делать вообще? Так, здесь можно крутить камеры, как в доточке. Враг захватил Чарли. У нас есть скиллочки. QVE и Ф ульта, что ли? Ну ладно, сейчас разберемся. Я даже... Ага, типа я нажал Q, и что будет? Активный режим, множитель урона оружия. Вот оно что. Пассивный и активный режим. Так. Давай. Вот он я. Нет, это не я. Эй, это как в это играть-то? Ребятки. Как в это играть? Здесь ничего покупать не надо, что ли? О, нет! И чё, если в этой мобке ты сдо... А, нет. Давайте-ка возьмем Себастьяна. Что он у нас умеет делать? Так, мы пока не захватили ни одну точку. И не можем там появиться. Выстреливает мощный залп картечи. При активации снижает получаемый урон на короткое время. Запускает Бола, который обездвиживает и замедляет первую очередь туда-сюда. При активации все варки вокруг Джиггернаута получают ушерб и оглушает. Ну, погнали. Так, камеру нельзя крутить? Тихо, что такое? Ага, левой кнопкой я могу стрелять. Спейсом перезаряжать. Правой кнопкой ходим, левой стреляем. Угу. А чё, неплохо. Надо подойти поближе. Картечка его. Вот такой вот я. Опасный парик. Лего Уфа совершает уже дабл килл. Всади-ка.
Сади этого парня. Воу. Вот это мобка. Мобка-браузер. На тебе. На тебе, чувак. Давай, перезаряжай, чувак. Эх. Так, вот такого вот рода бои. Давайте посмотрим Нормана. Что у нас умеет Норман? Гранатомет бросает гранатами на схождение цели. Все задетые враги получают урон и замедляются. Перекат в указанное место. То есть, короче, вот так вот идем, да? Вот так вот, хоп. Ничего себе. Под буквой Е выстрел в голову, расходует заряды для значительного увеличения урона. Активирует, чтобы получить неограниченный заряд в течение урона. Вот он может перекатываться. Фишечки мутят, чувачок. Такой более подвижный парень. Take this. Уходим. Тихо. Уходим. Уходим, братишка. Уходим, братишечки. Кинем гранаточки. Кончилось у нас патрончики. Эх, нас вальнули. Но это такое, чувак. Надо им, короче, ныкаться. Возьмем Эдди. Эдди у нас такой не слабый парень. Так, мы еще и проигрываем. Жалко, что ходить правой кнопкой, блин. Как-то неудобно. Если бы можно было бы ходить в ВСД, то было бы намного удобнее. Я в итоге хожу правой кнопкой мыши, левой стреляю и скиллы на QWERTY. Ну, короче, это, по-моему, забей, если честно. Это, по-моему, мне кажется, забей. Но, короче, боты, они такие боты, что можно их убивать. Давай, парень, мочи всех. Все у нас в порядке. Ну, вот этот парень такой в атаку. Чисто в атаку. Воу. Воу. Надо захватить Б. Будем стоять с хайграунда. Тихо. Здесь у нас бегает ботик. И он включил защиту. Давай. На. Короче, с ботами здесь не совсем-то уж интересно. Да. Воу, ракетки, машкетки. Так мы и не смогли захватить Б. Здесь не надо крепаться, единственное, что хорошо. Не надо. Короче, ничего не надо, просто захватываешь какие-то конченые точки. И потом, скорее всего, мы посмотрим менюшку, что можно будет покупать, что можно будет апгрейживать. Может быть, даже довольно-таки будет интересно. Что самое главное, ты зашел на сайт, сразу играешь. И не нужно тебе никакой клиентик скачать, погнали, чувак. Вот мы поднимаем опыт. Так, давайте-ка сходим на С, что-то мне не совсем нравится, что они какие-то такие модные ребята. Типа захватывают точки. Давай, чувак! Вот мы его глушанули. Мне, походу, дело хана будет, да? Все, уходим. Перезаряжаемся под спейс. Чувак, ну помоги мне. А как регениться? Как что делать? Никак! Мы его застанили. И Данила. Ну давай же, Данил. Охеренные имена ботов. Павел, Михаил. Давайте-ка поиграем за Нормана. Он должен вкатить. Он такой подвижный чувак. Он может выписывать хедшоты, кидать гранатки, но при этом он слабенький. За первого было играть поинтересней. За Нормана, по-моему, да? Музычка тут такая на оформлении. Давай. Мочи. Хедшот давай.
Вот он, хедшот выписал. И убегаем. Ой-ой-ой-ой. А боты-то, блин, лучше людей играют. И это прям чувствуется. Прыжочек. И мы проиграли. И что мы сейчас по... Самый ценный игрок, это, конечно же, Лешка. Лучший игрок команды Лешка. Итак, время игры. За 7 минут вы получаете такой фанчик. Ну, жалко, играют боты, это не совсем интересно, но они здесь наваливают, будь здоров. И вот мы возвращаемся на базу. И что мы получим на базе? На базе мы получим поражение, и каждый чувак качается. То есть вы можете бесконечно играть за одного из них, и вы будете, естественно, очень быстро повышаться. Но командный уровень, так сказать, у вас будет совсем другой. Вам придется играть только за одного парня. Гайз. Так, здесь мы получаем награду. Боевые братья. Миссия завершена. То есть, так же, как во всех вот этих браузерных финтиплюшках, нужно проходить задания, за которые дают награды вот эти боксенки. Приобретите и установите обновление. Угу. И что я... И как я должен его сделать? Ключ к успеху заключается в том, чтобы получать обновления для ваших наемников. На экране наемника нажмите на оранжевую панель под наемником, приобретите, знаете, желаемые обновления. На экране наемника, вот, на экране наемника. Ага. Все ясно, значит, мы можем... Так. Вы провели свой первый бой, за каждый бой, неважно, выиграли вы или проиграете, вы получаете опыт и кредиты. Весь опыт, который вы заработали, заполняет панель опыта. Хотите, я вам покажу. Не сейчас. Все. Куда мышка-то пропала? Так, мышка есть. Вот наши парни. Шторм, Клык. Мы можем... Че? Мы че, ничего не можем, что ли? Куда-то мышка пропала. Мышка, ты где? Так, купить в магазине это не надо. Так. Что-то пропала мышка. Не знаю, значит... Ну, все-таки игра еще на бета-тесте. Фулл режим появился. Ну, блин, ну перестань пропадать. Можно еще слоты докупать, грубо говоря, наемников. И как обычно во всех играх любимых, дополнительный шестой слот покупается за денежки. Так, модификации вот у нас закрыты. Боевое снаряжение мы можем... Отлично, мы можем менять здесь боевое снаряжение. Ну, короче, игрушка для таких, как сказать... фанатов всяких прокачек, апгрейдов, навыков. И то есть вы уже будете не только рулить потом скиллом, вы будете еще и рулить своими вот перками. Вот. До 5 уровня, до 6, 7. Ё-моё, до 7 уровня модификаций мы можем покупать апгрейды. Офигеть, сколько тут всего. Апгрейды, допустим, мы можем покупать, это понятно. Ну и для каждого, естественно, свои броники, свои штучки. И мы выполняем ежедневные миссии, есть вводные, полный вперед, туда-сюда. То есть, естественно, куда же без нашего магазина. Здесь у нас есть новые герои, естественно, со своими скиллами. И что самое интересное, они стоят реальных денег. То есть, есть еще распродажа, можно просто премиум набор персонажей набрать и все. Есть банк. Что же дает нам банк? Погнали. 33 тысячи золота стоит 4300 рублей. Что? Так, сколько? 33 тысячи, да? То есть можно купить очень... А какой? Да, 33 тысячи золота. То есть нам, грубо говоря, за 1100 рублей мы получим 7000 золота. И нам не хватит на премиум набор. Что смутно? 1100 рублей. Естественно, можно покупать вооружение, пожалуйста, можете просто задрочиться и купить себе грифон за 50 серебра, либо вы, наверное, за реальчик все можно, естественно, купить, раскраски все за реал, премиум наемники за реал, обычные говнонаемники, как это во всех играх было, есть даже бесплатные, но это которые у нас майоры, скауты, рейнджеры, информацию можно почитать о каждом классе, есть у нас здесь подсказочка, конвертация, ага... Мы можем конвертировать свои
конвертации опыта можем делать. Опять за реальчик, да? Ага. Купить кредиты мы можем и такие. То есть реал и нереал можно купить. Короче, можно все купить. Вот тебе и золото покупай. То есть, ну, конечно, я понимаю, что людям как-то надо развиваться. Но у нас есть режимы игры играть в одиночку. Сражаясь в одиночку с другими игроками, зарабатывая кредиты и опыт. Играя в отряде, внимание, из небольшого количества игроков в сети, размер отряда ограничен тремя игроками. Своя игра и обучение. Ну, понятно. Так. Угу. Игроков всего лишь в онлайне 30-ка, 4 боя проходит. Ну и все, в принципе, текущий уровень. Ах, нет снаряжения. Так, ну все понятно, что тут еще можно рассказывать. Мы все поняли, что мы можем покупать себе героев, бесконечно их апгрейживать, бесконечно им покупать всякие штуки, покупать новых героев и играть в мобоподобную игру. Хотите попробовать? Пожалуйста, она бесплатная. Если у вас есть много времени, пока она еще на в бетке, вы можете быстренько раскачать своего героя. Ну а так, всем спасибо, всем пока. Руки вверх, пальцы вверх, не болейте.